Твери начнут действовать мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, который провел губернатор Игорь Руденя. Первыми точками станут территории у торгового центра «Олимп» на улице Трехсвятской и площадка УТЦ «Можайский» в микрорайоне «Южный». Здесь автомобили будут находиться 18 и 19 октября с 11 утра и до 8 вечера с техническим перерывом с 3 до 4. Запись на вакцинацию не потребуется. Предполагается, что в одну смену медики в каждом пункте смогут прививать от 40 до 50 человек. Всего в Твери планируется создать 16 мест для работы мобильных пунктов. Об их адресах сообщат дополнительно. Экономика должна работать, структуры все должны работать. И вот в этой связи задача совместно сейчас нам посмотреть, какие еще необходимо применить меры для того, чтобы активнее бороться с распространением инфекции. Мы видим, что у нас смертность находится на достаточно таком настораживающем уровне. Придется принять ряд мер по усилению прививочной кампании, в том числе и об ответственности.